Здравствуйте. Сегодня мы с вами прорешаем задачу на нахождение средней линии трапеции. Средняя линия трапеции считается по формуле А прибавить Б, деленное на 2. Что такое А? Это верхнее основание трапеции, а Б – это нижнее основание. Давайте посчитаем. Итак, вот это у нас А, это 3 клеточки. Б – нижнее основание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 клеток. Значит, 3 прибавить 9 и деленное на 2. Итого 12 поделить на 2 или 6.